Салам алейкум. Глава правительства Армении Никол Пашинян обратился к армянской общественности по случаю Дня знаний. В своем обращении он не сказал ни слова об Трацахе, ни слова о тех, кто там живет. Это говорит о том, что Ереван не имеет никакого отношения к тем, кто сейчас живет в Степанакерте или Ханкенди. Нагорного Карабаха для Армении уже нет. Как передает Ахар Ас, об этом в эфире передачи «Обзор» заявила член постоянной комиссии Национального собрания Армении по науке, образованию, культуре, спорту и делам молодежи Лилит Галстян. В Армении власти уничтожают науку и продолжают издеваться над своим обществом. Они даже убили перспективу иметь адекватное общество в будущем. Даже если Никол Пашинян и глава нацсобрания не могут поехать в Карабах в такой важный день, они могли бы хоть что-то сказать армянам Нагорного Карабаха. Но из-за того, что у Еревана нет никаких полномочий, они даже не могут говорить об этом. Отметила армянский депутат. Баджарана Джангурбан. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, рассказывайте друзьям и обязательно комментируйте.